и на радость активным пользователям всемирной паутины. Скоростной мобильный интернет в Краснодарском крае и Республике Адыгея запустила компания «Теле-2». Об этом и руководители рассказали журналистам. Теперь абоненты оператора могут использовать все возможности глобальной сети на высоких скоростях. Для нас Краснодарский край очень важно. Это один из самых больших регионов России. Мы здесь присутствуем достаточно долго. Сегодня мы объявили о нашем запуске рыжей и будем продолжать развивать наши технологии, чтобы предоставлять клиентам все, что им нужно. Мы обещаем давать хорошую скорость, чтобы наши клиенты могут использовать все необходимые приложения, сервисы, которые доступны сейчас на интернет, и тем более, что доступно мобильный интернет. При запуске услуг скоростного мобильного интернета оператор остался верен своей стратегии дискаунтера, то есть цены на услуги остались по-прежнему выгодными. На встрече отметили, что тарифные планы просты, понятны, без каких-либо скрытых условий и созданы с учетом потребностей абонентов. На момент запуска сети компания предлагает своим абонентам и потенциальным клиентам 4 пакетных тарифа. Я уверен, что они максимально будут способствовать удовлетворению потребностей любого желающего подключиться к услугам Теле-2. И мы готовы предоставить весь спектр услуг на базе наших новых технологий. В компании подчеркивают, что запуск сетей 3G и 4G, а также выход в новые регионы сейчас происходит по всей стране. Уже в конце лета компания планирует запустить сети 4G в городе Сочи. И во втором полугодии новый федеральный оператор начнет предоставлять услуги и в Москве.